Кино могут снимать не только в Голливуде, но и в Иванове. Это на деле доказали и даже показали ребята из детского центра видеотворчества «Лютик». С оборудованием помог молодежный центр. В Лодзе торжественно открыли киноклуб, в котором все желающие смогут познакомиться с работами юных актеров, режиссеров, операторов и сценаристов. Мы себя уже позиционируем как медиа-центр и работаем не только в направлении телевидения, кино, но уже и мультипликации. Сегодня уже у родителей, у ребят была возможность посмотреть, что заставки мы делаем именно в технике мультипликационной, в перекладке. Осваиваем разные техники, потому что сейчас уже и к объемам переходим, и с графическим планшетом ребят начинают работать. На первую встречу клуба пришли в основном воспитанники «Лютика», а также их родители. Если раньше медиа-центр позиционировал себя как школу телевидения, то теперь ребята учатся писать сценарий к короткометражным фильмам, консультируются с режиссерами и актерами. Я занимаюсь в медиа-центре «Лютик» с 2012 года, это уже вот 6 лет. И за это время я попробовала себя во всех ипостасях. Я была и режиссером, и сценаристом, и корреспондентом, немножечко монтажер и немножечко оператор. Но все-таки я больше люблю попридумывать, пофантазировать, поэтому это помогло мне поделиться своей будущей профессией. Начинали юные киношники с легких сказок, теперь уже пытаются снимать драмы с более серьезным сюжетом. В планах у киноклуба приглашать на встречи корифеев киноискусства. Тем более, что такая практика уже есть. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.